Когнитивные искажения, иллюзии, альтернативы. Что это за такая странная штука? Ну, на самом деле, большая часть наших выборов, она совершается именно под воздействием этой иллюзии. Эти эксперименты проводились на самых разных группах, на подростках, на бизнесменах. И все с завидной регулярностью, ну, точнее, в 70% случаев, при принятии решений попадаются на это когнитивное искажение. В чем суть этого когнитивного искажения? Значит, когда мы выбираем на самом деле не между, как правило, двумя какими-то вещами, а мы выбираем по поводу одной вещи, нравится она нам или не нравится, какого-то действия, будем мы его делать или не будем. И мы зачастую не рассматриваем альтернативы. То есть мы думаем только да или нет, бинарность такая. Но да или нет – это не выбор. Это просто решение. А если вы хотите, чтобы ваше решение было хорошим, для этого лучше посмотреть несколько альтернатив, сделать несколько элементов выбора и сравнить, что будет, если вы сделаете вот это, или вот это, или вот это. Как, например, потратите деньги? Если вы думаете, потратить мне деньги на новую сумку, сумочку девочки любят, или не потратить? И вот вы стоите и думаете. А вы подумайте, что вы можете их потратить еще на какое-нибудь путешествие, на какое-то мероприятие и так далее. И тогда вы увидите в объеме, и вполне возможно, что примете то решение, которое вам на самом деле поможет и даст максимальный выхлоп с ваших вложений. Обсудите это в комментариях, кому удается смотреть все время альтернативы и не действовать под дамокловым мечом иллюзии альтернативы. Пишем в комментариях.